Музыкальная пауза на дважды два. В доме 8/16 кот живет. Этот кот заснуть нам, братцы, не дает. Днем и ночью все заботы лишь о том, как свести скорее счет с кем. Котом! Да чего же бесполезный этот кот? По перилам он не ездит круглый год. Голубей он не гоняет во дворе, только буковки читает в букваре. Он причесан аккуратно на пробор и ведет всегда приятный разговор. Рот в улыбке разевает до ушей, словом, очень раздражает нас, мышей. Мы отважны, мы бесстрашны, мы сильны, и не зря зовет нас каждый грызуны. А когда посадим в лужу, мы